Завершился второй этап реконструкции стадиона в Старом городке. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов во время рабочей поездки в Никольское проинспектировал состояние спортивного объекта. Результатом остался доволен. В этом году довели до логического завершения свет, поставили все опоры, конструкции, свет сейчас соответствует всем стандартам. Также мы в этом году закончили ремонт в административном корпусе, там, где у нас раздевалки, душевые, туалеты, зал бокса. Благоустроили территорию, парковку сделали. Стадион в Старом городке пользуется популярностью у жителей всего округа. Теперь здесь современное футбольное поле, 3 беговые дорожки, зона воркаута и трибуны, рассчитанные на 600 человек. Они уже ждут болельщиков. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».